Чиновники обладминистрации разрешили ходить в рестораны, салоны красоты и фитнес-центры переболевшим ковидом горожанам. Им сертификат о вакцинации предъявлять не нужно. Но послабление коснется только тех владимирцев, которые заразились и вылечились от коронавируса в течение 6 последних месяцев. Чтобы доказать факт перенесенного заболевания, в больнице нужно взять справку. Напомним, с 12 июля в заведениях общепита можно кушать только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Те же правила начнут действовать для гостиниц с 15 июля. В Белом доме предупредили, смягчения ограничений не будет, пока регион не выйдет на плато. Конечно, решение непопулярное. Конечно, решение сложное. Где-то вы вправе обвинить нас в определенной непоследовательности. Но мы вместе с вами проходим этот путь впервые. И консультации и встречи с вами накануне, вот я имею в виду руководителей хозяйствующих субъектов, руководителей малого и среднего бизнеса, поверьте, мы прислушиваемся. Мы прислушиваемся к вашим выводам, к вашим решениям. Но ситуация критически плохая в плане того, что нам надо в первую очередь выйти на плато и потом уже уйти вниз. По мнению чиновников обладминистрации, чтобы выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, понадобится недели 3. Но представители общепита и других сфер услуг говорят, что у них этого времени нет. Не выживут. У нас нет возможности заплатить налоги, коммуналку, заработную плату. По ресторанам сегодня ситуация, вот уже у нас очень коллеги все тут выкладывают, ну вот, как бы что, огромный фудкорт, на нем один человек сидит. Я вот сейчас вот из своего ресторана приехал, то есть там тоже у нас был один стол. Вот, один стол, вы понимаете, а когда на смене находится 20 человек, да, как бы, то есть им надо заплатить. Вот такая вот ситуация, то есть ситуация, она на самом деле катастрофическая.